Yeah, ay, yeah, ay. Заткнись, они убили. Что? Желаешь купить? До того, как меня заключили в клетку, я была доктором. Так и ты. Я тебя зарежу! Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хэ? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хэ был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хэ... О, чертов Джен Хэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон, умный. Сокровище? Сокровище... Неизвестно, где они, не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и пошки, весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Thank you.
Лаз. Иду прямо под обвал. Ну и дыра. Китайцы, японцы, британцы. Всем по куску острова досталось. Да вот понятно, они в итоге отсюда свалили. Теперь остров наш, и таким останется навсегда. Обоих в жопу! Козлы! Иду за ним! На, выпей! Где здесь, сука? Это что еще? Надеюсь, там пусто. Эй! Тебе будет очень больно! Вообще-то я не в настроении для барбекю. Беги, пока!
снайперы. Надо притормозить. Бля! В следующий раз я тебя найду и убью. Вот теперь тебя не упущу. Тебе не уйти. В этот раз, если найду, я тебя выпотрошу. Он опять исчез. Щекотно! Возможно. Thank you.
придумал. Обрушу крышу. Съели. Боже мой! А! Тебе конец! Попробую компас. Да, это не страшно. Тупик. Тут должен быть выключатель.
Почему у меня плохое предчувствие? Ого. Ого. Тут все рушится! На мне жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор? Я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все. И не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр. Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи.